Привет! Вы на канале Show Toys. И сегодня мы будем открывать вот эти киндеры. Сюрпризы для девочек с волшебными пони. Так, открываем первое яйцо. Кто у нас здесь? Так, о, ух ты, что это такое? Наклеечки. И у нас здесь какая-то игрушка с пони. Браслет или обруч. А, смотрите, браслет на руку. Вот. Видите, вот девочка одела. С такими вот волшебными пони. Так, и у нас есть еще в коллекции какие-то штучки, тоже такие, как браслеты, то ли кольца. У нас, мне кажется, самый клевый браслетик. Класс, да? Так. Это сама такая штучка для браслетика. А на эти, на этот браслетик мы такие вот пластмасски оденем и наклеим наклеечки. Так. Клеим наклеечки. Сердечко с пони. Вот, видите? Сюда вот его. Вот. Классно. Сердечко. И еще одну наклеечку. Такими маленькими пони. Вот, видите? Вот. Клеим сюда. Так. И надеваем на браслет. Так. И так. Это такая двойная защелочка. Смотрите, вот такой вот браслетик классный, да? Модный. Думаю, на мою руку оно, ну, не оденется, потому что у меня большая рука. Ну, а для девочек самый раз. Вот, классно. Так, дальше открываем следующее яйцо. Так, кто у нас здесь? Кто у нас здесь? Так, пока мне здесь непонятно. Вау, нам попалась волшебная пони. С крылышками. Супер. Вот наша пони. С волосами, представляете? Вот подставочка. Вот крылышки. Аккуратненько открываем пакетик. Смотрите, какая клевая игрушка. Супер, да? Смотрите, какие у него волосы. Бомба, да? Подставочка, да? Ой, смотрите, тут идет вот такая вот расческа. Сейчас попробуем. Вот так вот расчесывать пони. Смотрите. Так. Вот так вот, да? И цепляем крылья.
Да, от нас классная пони. Вот, и открываем последний киндер. Так. Открываем на желтенький контейнер. Кто у нас здесь? Мне кажется, что это опять пони. Да, класс. Еще одна коллекционная игрушка. Так, смотрим. Тоже тут расческа идет и крылышки. Только она желтая уже, видите? И волосы у нее розовые. Вот, значит, нам попалась какая получается. Вот это да. И вот это. То есть вот это и вот это. Да. Ну что, будем слаживать. Так, наша пони. Смотрите, это уже без такого, без целлофанового мешочка. Без пакетика. Опять же таки, у нас идет вот такой вот, вот такая вот подставка, расческа. Видите? Ставим на подставку. Так, поставили на подставку. И теперь крылья. Крылья нашей пони, чтобы она могла летать. Вот смотрите, вот такая вот пони классная. Вот, классно, да? У нас две пони. Итак, ребята, сегодня мы открывали киндер-сюрпризы, которые называются коллекция Little Pony, специально для девочек. Нам попался вот этот браслетик, смотрите, для маленьких девочек на ручку. Вот такая вот пони, радужная, вот с такими вот волосами на подставке. Вот здесь вот идет расчесочка. Расчесочкой можно расчесывать пони. И вот такая желтенькая пони с розовыми волосами и тоже подставочкой, расческой. То есть, по сути дела, попалось две фигурки с коллекционного издания. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание, это был канал Show of Toys. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много видео и новых открытий игрушек. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.